Всем привет. В прошлый раз меня здесь убили, но в общем я сюда добежал и вылетел. Вот, поэтому с этого момента начну. Что-то я не врубаюсь, что такое крутится? They've been propagating myths and inciting the public against Creo and Project Dissolve. Honestly, it's hard to believe. Надо бы еще дроном научиться пользоваться. Вот такое ощущение, что вот эта дрянь может вниз уехать. Что за хрень крутится? Что я раньше не замечал. Может быть, правда эта дрянь уезжает куда-нибудь? Интересно. А что ж там звонит-то? Это вообще где звонит? Ладно. Я пока что не знаю, что там может звенеть. Пойду куда знаю. Блин, я нифига не разыгрался, меня сейчас опять будут тут иметь, скорее всего. Вот, уже начали. Блин, блин, ты дрона, может, залучишь? Так, сойдет. А, стоп, или вот, или вот это вот комната, нет? Да вроде не похоже. Та комната-то вон вообще где? А это вон где. Эй, парень. Так, а что мне надо было? Да. Тело. Голова. Я вроде руку выбрал. Вот. А вот и Мэдди. Папочка. Нога болит, говорит. Мэдди? So, you're Maddie. Yes. How do you know Maddie? Did Daddy send you? Ну да, папа меня прислал за тобой. I'm Warren. Your dad's son. He's really worried. Why didn't you call out to him? Because then he would have found me. Don't you know how to play hide and seek? Is he angry with me? I'm sorry. I'll contact him so he can come and get me. Ты в порядке? Are you alright? What happened to your leg? Daddy and me play hide and seek with the others. They weren't fair. They hit me when they found us. But I hit them back. And they ran away. I wasn't fast enough to catch them. They didn't play fair. I don't like them. I have to go now. Be a good girl and stay here so your dad can find you, okay? Okay.
Окей. Непослушная такая. Блин, вот этот квест, он такой, такой прям какой-то душещипательный. Вообще говоря, вот я ее нашел, но это, на квест на этом не заканчивается. И он еще продолжится. И я при первом прохождении так его и не закончил, потому что там какой-то баг с... Ну, в общем, ладно. Пока что пойду дальше. Мэдди, короче, дочку эту, типа, мы нашли. Я нашел. Окей. Блин, как она так говорит? Окей. Ну вон, вот там же правда что-то есть, правильно, да? Я же не слепой. Вопрос. Как эту дрянь поднять? Может быть что-нибудь тут? Ай! О! 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 А, вот как! Смотри! Видал? И вон эта пищалка. Нет, не падай! Не падай, не падай. Давай. Я, кажется, понял. Вот так вот. Я говорю, тут в этой игре множество таких вот тайных, потайных полупотайных ходов, которые сразу ты и не найдешь, нифига. Они как бы не сильно оригинальные, но в то же время, блин, их интересно искать. Все равно. И квестов тут как бы не сильно много, но все они интересные. То есть, как бы, ну, необычные, так скажу. Не всегда понятно, как они должны заканчиваться. Я, кстати говоря, не уверен, что я их все сделал. Вполне возможно, что я им что-то неправильно сделал там, еще что-то. При первом прохождении. Вот один квест я... По-моему, я его зафейлил, хотя... Не факт. Ай-я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 й. Так, мне бы отсюда выход найти теперь. Частично. Это я назад, короче, бегу. Мне надо вперед. Так, здесь я драться не буду, наверное. Хотя... Чтобы размяться, может, и буду. Ай.
Ай-а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 й. Да. Адреналинчик забурлил. Чувствую. Адреналинчик забурлил. Ах ты падла. Они мне все-таки очень много урон наносят, надо костюм апать. Тут еще один есть. Так, а где дрон? Ну, он собака. Так, стамина. Эй, ты что делаешь? Блин. Вот они совершенно напрасно сделали все одинаковое. Я... Слава богу. Дрон так не агрится нифига. Елки, 166 тысяч. А это с собой? Офигеть. Вот тут, короче, если, если спрыгнешь вот прямо сюда, то витрина разобьется и вылезет вот этот хрен сразу. Поэтому тут надо вот так делать. Сюда вот куда-нибудь прыгнуть, он не вылезет. Так, где я упал? Вот, вот здесь, да? Да-да-да-да-да. Как-то вот так вот пройти. Вот-вот-вот, да, вот. И забрать. Забрать. Все. Оздоровить и забрал. Окей. Теперь я, наверное, пойду домой. Потому что денег много очень. Я боюсь терять все. Опасаюсь, так сказать. Do you require assistance, Warren? What, what? It's gonna be okay. Daddy will make it better. It's okay, Daddy. But please don't be sad. No. No, it's not okay. I should have been there. I missed you so much, Petal. I missed you so much. I missed you too, Daddy. Oh, God, you made it. Thank you. Thank you so, so much. You don't know what this means to me, to have her back, hold her again. It broke her leg. Those
bastards broke her leg, and I can't help her. I don't have anything to make it better. What do you need to patch Maddie up? I don't know. It looks really bad. I'll have to reconstruct it completely. The tools are not the problem, but I'll need another leg from a compatible source. You'll get one. I'll see to it. If there were more men like you, the world would be a better place. So this is your daughter, huh? Yeah, this is Maddie. She likes you a lot, you know. Well, that's great. Because I like her. Thank you. For everything. I'd be nothing without her. Maddie's all that's left of me. We didn't have time for introductions before. I'm sorry. It's a bit weird. You know, after all you've done for us. I'm Alec, and I think you already met my little Maddie. Guess you also have no idea what's going on in this place, right? No. No, I thought it was just me. That something was wrong with my neural link. I passed out, but then I saw Maddie. She was terrified. And the hallways, the labs, all empty. It was like we woke up in a nightmare. I should leave. Take care now. You too. Кроме того, с ней тоже можно поговорить. Ладно. Это нельзя. Голову можно. Голову up. Чё, нога? Ногу up. Руку up. Блин, одной всего не хватает. А на тело... Сколько там? Ноль. А, это 9-й уровень. Рука-нога, да, нужна? И пистолет. Ну да. Ай, какой у меня уровень? 104-й. Yes! Ячейка есть. Хо-хо-хо. Уровень и плюс ячейка. Теперь я могу это убрать? Да, могу. И у меня теперь две ячейки. А, ну нет, вообще-то. 105 плюс 9, 114. Нет. Вставляем обратно. 105 плюс 18, 123. 10 свободных зарядов есть. Это здоровье, так? Плюс 3, плюс 60. Ага. Лучше у меня ничего нет, все равно. Так, вот это надо продать. Это, наверное, тоже. Зачем мне? Я этим уже не пользуюсь все равно. Ладно, продам я. Вот, кстати, две теперь действия яда. Одну, наверное, продать или оставить. Ладно, хрест. Так, что добавить-то? Я бы еще урон добавил. Двойное крепление, двойное крепление. О, за 300 урона сойдет.
Лечилок нет. Так, а у меня нет, кстати, ноги. Ну-ка, чувачок. Я ее нашел, но вот где и как? Я что-то так и не понял, откуда она берется. То есть я как-то бегал-бегал, к нему подошел, раз у меня нога есть. Откуда она взялась? Никаких особых сообщений я не получал. Единственное, это было после того, как я отсюда ушел, потом вернулся. Ну, короче, походу, так и надо делать. Потому что так просто нифига ничего не... Нигде этой ноги нет. Так, мне руку надо одну всего лишь. Блин, у этого нет руки. Не понял. А, ты мусор дропнул. Блин, у этого руки нет. Что ты будешь делать? Без руки иди-то. А, ну и ногу надо. Сколько на эту ногу надо? Блин, вот как это посмотреть здесь? Хрен его знает, я не знаю. Ногу давай. Пойду попробую докрафтить. А, тут еще этот крендель есть вроде бы. Только с него хрен что выбьешь, потому что у меня урона уже больше, чем он может пережить. С них падают апы на оружие. На первой игре с них падали четвертые, по-моему. То есть предпоследние. Здесь, значит, должны девятые, по идее, падать. Но не факт. Так. Не понял. Короче, зря все это делал. Нам дальше идти. Просто идти дальше. Почему у меня 12 лечилок? А. For your fellow workers,
Так, ладно, пошли. Шорткатом хватит разминаться. Но я что-то нифига и не размялся. Так, настроение такое умиротворенное. Биться что-то совсем не хочется. Хочется бродить, что-нибудь находить. Бывает такое, да. Чувак, иди спать. Иди спать дальше. У тебя. Жаль, тут щитов нет. Иногда хочется просто щит поднять. И все блокировать. Вместо того, чтобы бегать. Так, может, у тебя рука есть с ногой? Нет, у тебя ничего. Блять, умер. Ну, умер, да, бывает. Ноги нет. Please tell me you found a leg for Maddie. I've been trying, but the damage. There's no way I can fix this without one. Ноги нет. What's wrong? Ноги все еще нет. Здесь вот тоже что-то свистит. Ладно, ну вас всех. Сколько с вами биться-то можно? Где мои 4000? Отдайте. Честно заработанные. Эй. Меня заморозил, что ли, чай? Вот так вот надо прыгнуть. А, нет, все равно разбилось. Like to welcome back to the founder and CEO of Studio. Now, come.
как-то я прыгал, у меня не разбивалось. Не знаю. У него урона, конечно. Вагон с телегой. Тут еще этот. А. Это он появился, потому что я Мэгги спас. Ну, в этой комнате... Я думал, здесь нога осталась где-нибудь, но нет. Я так и не знаю, где нога, правда. Мне как-то совершенно рандомно, случайно откуда-то взялась. Ладно, так, туда больше ходить не надо, вроде бы. Идти, ходить надо сюда. Ват! А, это закрыто. Выносливость пятая. Туда падать не стоит. Зачем вот эта комната, чтобы упасть и назад вернуться? Зачем? Непонятно. Троллинг очередной. Ладно. А здесь что так свистит сильно? Понятно. А, нет, я был не прав, значит. Хотя ладно, я пойду дальше. Как бы мне тебя так... Не, он все равно дохнет. Во-во-во, давай. Сломанный модуль для рук протей. Какой версии? 8. А мне какой надо? А, мне не это надо. 9.6. То есть не падают. We will build a new Eden, a utopia for all. Что так свистит? Вот я не знаю, надо этот квест ей отдавать или нет, потому что, ну я сейчас спойлер, просто проспойлерю, если ей третий раз отдашь запчасти,
and say goodbye. Job's almost done, and then I'll be back. В общем, как, если ей отдать сейчас запчасти третий раз, то она, их, ей нужны запчасти. Чтобы отомстить. This is about justice. They have to pay. They have to. То есть, если я сейчас отдам запчасти, потом в одной из комнат потаенной я найду трупы. Просто-напросто. Она их газом отравит. А если не отдам, я не знаю, что будет. Вот я не знаю. Ну, там всякий лут еще будет в той комнате. Ну, ладно, чё ж, пойдем по квесту, фиг с тобой. Хотя, конечно, я хотел пройти по-другому. Ну ладно, бог с ним. Я, может быть, сам потом пройду еще раз этот момент по-другому. Ой, оружие это не то. Ну ты пас. Сюда как попасть? Не подскажете? Так, сейчас месиво будет, меня могут завалить, конечно же. Ну или не могут. Да нет, могут. Murphy, beginning observation. They're inside me. I can feel them. I've already begun to notice the first changes. The skin on my right leg is burning and itching. The texture appears to be changing. There are small black dots underneath, swollen and hard. Necrosis. I could try to stop the process, remove the corrupted areas. But I believe it's already too late, and they're within my internal organs, mutating me at a cellular level. Наниты, короче, наниты. Они... Нет.
больно бьет. Все еще. Вот еще баг, ну не баг, а вот неудобно сделали, что вот с этих гадов отваливается лок, когда они падают. Ну-ка, девятый. Восьмой. А когда девятый начнет? А, нет, восьмой. А когда девятый начнет падать? Этого я не знаю. Так, это... А, так это вот это, что ли? Блин, три прохода, куда идти? Это я знаю, куда я попал. Во-первых, шорт. Это шорт прямо напротив медпункта. Не туда. Ноги нет? Ноги нет. Where are you going? И осталась нога. А, ну это все восьмой уровень. Окей, ладно. Так, на этой нотке я завершу эту серию. А то вылетит и опять. Пока не вылетел, надо завершить и новую начать. Пока.